Всем привет на канале Ал-Дачман. Сегодня мы с вами поговорим о том, что происходит на Ближнем Востоке и затронем европейские, скажем так, ценности. Да? Так вот, после того, как Израиль превентивным ударом, скажем так, точечным ударом нанес поражение главе Хезболы, уничтожив шефа шейха Насралу, ну, такое имя у него звучное, знаете, вот жил бы он где-то в Советском Союзе, ох, был бы, блин, знаменитым, но он жил в Ливане. После того, когда Израиль его уничтожил, появилась одна политическая персона, которая сказала, что это был акт справедливости, направленный на борьбу с уничтожением гражданских лиц. Как вы думаете, кто сказал эти слова? Да, вот это вот, вот эта вот, вот красавица, не, 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 это сказал президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, а вот эта красавица по имени Аналена Бербок жестоко, жестко, простите, осудила, строго осудила и раскритиковала власти Израиля и сказала, что такого быть не должно, нужно было договариваться за столом переговоров с этими гражданами. И то, что Израиль уничтожил шейха Хезбалы, вот этого шейха Насрелу, это неправильно. Конечно же, в глазах немецких политиков сразу высказалось недоумение. Анна, Анна Ленночка, у тебя с головой все в порядке. Многие политики, 90% политиков немецких, так и подумали. Но оказалось, что у нее есть поддержка. Президент Франции Эммануэль Макрон тоже высказал критические слова в адрес Израиля и сказал, что хватит геноцида, хватит убивать людей, пора садиться за стол переговоров, прекратите уничтожать Хамас. Они уничтожали не Хамас, а Хизбалу, которая в течение нескольких лет бомбит северные территории Израиля. Но что ваши французские, что немецкие средства массовой информации об этом почему-то не говорят. Оказывается, к этим двум, к Аналене и Макрону, присоединился еще один глава мощного государства. Зовут этого главу Владимир Владимирович Путин, который тоже осудил действия Израиля в отношении Хамаса и особенно Хезбаллы, в отношении того, как они убили, жестоко убили шейха Насралу. То есть получается, что Путин поддерживает террористические организации, Макрон поддерживает террористические организации, а Налена Бербок тоже, оказывается, неровно дышит к террористическим организациям, существующим в мире. Кстати, на пятое число у нас запланирован сюрприз посвященный полностью Аналене Бербок. Посмотрите этот видеовыпуск, он будет очень интересным. Он, я думаю, он вызовет у вас э, целую волну удовольствия и наслаждения, потому что приоткрою маленькую завесу. Аналена отужинала в Министерстве иностранных дел кое с кем, и это стало достоянием общественности и она до сих пор не знает, как от этого отвертеться. Включайтесь 5 числа в 8 утра и посмотрите новый видеовыпуск про Аналену Бербок. Так вот, возвращаемся к сегодняшним нашим новостям. После того, когда Израиль уничтожил шейха Насралу, следующим превентивным ударом против террористической группировки Хезбалла был ракетный удар по штаб-квартире шефа, скажем так, госбезопасности этой Хизбаллы. Сейчас я вам зачитаю, это, это не на срала, это, это не на... В общем, тут побольше букв, побольше слов. Шеф госбезопасности организации Хизбалла Фата Шариф Абу Аль Амин отправился к Гуриям в результате точного ракетного удара сил Израиля. Израиль сказал, что они не остановятся до тех пор, пока они не успокоят всех террористов и не придут к своей цели. Шефу Хамаса, как его там, не помню уже вот этот ушастый, седой ушастый, не помню. Они предложили создать живой коридор для того, чтобы он покинул сектор газа свободно со своими там приспешниками и так далее, спас свою шкуру, в обмен на всех заложников Израиля. Но что-то вот этот шкурник артачится. Денег, наверное, хочет. Не знаю. Но Джо Байден, не знаю, может быть, все говорят, Джо Байден, у него деменция, он старый склеротик, он не соображает, что он делает и так далее. Может быть, он, так как я вот имя читал, да, может быть, он тоже читал по бумажке, а не со своих слов это сказал, но даже тот, кто составлял ему бумажку с этой речью, человек умный, человек знающий, потому что практически все власти Соединенных Штатов Америки поддерживают Израиль. Джо байден сказал, что они дальше будут поддерживать Израиль в его борьбе за освобождение страны за независимость. Естественно, А Аминии возмутился, тем, что Израиль позволил себе такую наглость, уничтожил лучшего друга Аятоллаха Мини, шейха Насраллу и его заместителя госбезопасности, как его там, Фата Шариф Абу Алямин. Кто следующий по списку? Узнаем в ближайшем будущем. Узнаем в ближайшем будущем. Но до тех пор пока... Иран спонсирует террористические организации, можно открыто сказать, что Иран тоже государство-террорист. Но почему все говорят открыто, что Россия государственный террорист? Да? Почему нельзя сказать, Иран государство-террорист? Раз, а это государство посылает не только вооружение, но и деньги на закупку этого вооружения террористическим организациям Хамас и Хизбалле. Кстати, вот эти шеф, новые шефы Хизбалы, которые тут же заняли место убиенных, отправленных гурием э, своих вот этих начальников, заявили, что они воюют с Израилем в знак солидарности с организацией Хамас. Если бы Израиль не напал на Хамас, то они бы не напали на Израиль. А то, что Хамас сколько лет подряд бомбит и расстреливает людей в Израиле, это в порядке вещей? А то, что Хизбалла в течение уже какого времени бомбит ракетами северной территории Израиля, это все в порядке вещей? Об этом почему-то ни средства массовой информации в Германии, во Франции, где-нибудь в России не говорят. Они все говорят о том, что Израиль напал. Ну, напал, значит, была причина. Просто так он бы не напал. Идем далее. Джорджа Мелони, руководитель ультраправой партии в Италии, премьер-министр, заявила, что многие европейские, вот эти вот в Европарламенте комиссары и функционеры, хотят превратить Европу в мусульманский континент. Пора заканчивать с этим нашествием необразованных, некультурных людей нужно прекращать и закрывать границы. Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, услышав то, что сказала Джорджа Мелони, возмутилась и потребовала от Джорджа Мелони разъяснений того, что она сказала. Джорджа Мелони ответила, что надо освобождаться уже от указок Брюсселя, сбрасывать с себя все вот эти оковы, и идти своим путем. Немножко дипломатично, но я вам скажу, что именно она имела в виду. Выход Италии из Евросообщества. И если Евросообщество не прекратит зажимать Италию по выплате различных э, финансовых э, дотаций на э, разработку или продвижение каких-то э, промышленных, экономических проектов и так далее. То есть, когда Италия закрыла границы и сказала, хватит, мы не можем принимать, мы не резиновые, Европарламент тут же начал зажимать им разные спонсорские помощи и поддержки. Ну, естественно, какая страна будет терпеть на себе вот такое давление со стороны? Денег на своих не хватает, тут на еще чужих кормей, да? Вот такие вот дела. Получается, что Урсула фон дер Лейен. Не хочет отпускать Италию из ЕС, но требует, чтобы Италия подчинялась беспрекословно любому бзику от Европарламента. Кстати, по бабушке Урсуле, до сих пор Генпрокуратура, что в Брюсселе, что в Берлине, ведет уголовное дело по исчезнувшим 7,5 миллиардам евро, которые Урсула фон дер Лейен переправила конторе BioNTech Pfizer на разработку вакцины против коронавируса, основываясь только на смс сообщений через WhatsApp. Заметьте, не по документам, не по договорам. Ей прислали сообщение, учи, дай нам денег, нам прививку нужно делать. Сколько надо? Ну, миллиардов 10. Я не могу 10, могу дать 7,5. Фиг с тобой, давай 7,5. 2,5 будешь должна. Вот примерно так. Ну, это, конечно, сарказм, но примерно так это и обстояло. Дело до сих пор ведется, а она не может ничего сказать в свое оправдание. Она считает, что пока она у власти председателем Еврокомиссии, это дело не будет никогда закончено. Но когда-то же твое место закроется, тебя сдвинут с этого поста, и вот тогда придется отвечать по всей строгости закона, как это раньше говорили. Ну и, конечно же, вернемся обратно в Германию к нашей миграционной политике. Когда зеленые возмущались много лет назад, что в Германии слишком много немцев, надо разбавить нацию новой кровью, новыми идеями, новым умом. Правительство это поняло несколько иначе. И вместо того, чтобы приглашать в страну новые идеи, новые умы, оно стало приглашать сюда всех, кого попало. Помните, был мультфильм «Пес в сапогах»? Там кот кардинала говорил, Возьмите лучших из лучших и отправьте их на псарню. Но заместительница сказала, лучшие из лучших залечивают раны. Кот тогда сказал, ну возьмите лучших из худших. Ну вот так вот примерно и происходит здесь. Лучшие из худших из Афганистана, Пакистана, Сирии, Марокко, Туниса, Сенегала, Ганы, Сомали прут в Германию, чтобы стать лучшими из лучших ухитряются как-то пролезть через границу, зацепиться, зарегистрироваться, стать на учет и получать социальные пособия. Помимо социальных пособий бегать еще на вот эту вот тафель для того, чтобы получать там продукты питания. А многие местные немцы, не будем говорить русскоязычные, немецкоязычные, какие угодно, немцы живут и не имеют возможности даже заплатить за свою квартиру квартплату в конце месяца, потому что отработав 40-45 лет на производстве или той же самой, допустим, медсестрой в какой-то больнице, бабушка имеет всего-навсего зарплату, то есть пенсию около 900 евро. А если за квартиру нужно заплатить 700, что же ей остается на жизнь? Вот она и пытается как-то свести концы с концами для того, чтобы или одежду себе какую-то купить, или обувку какую-то купить, или идет в магазин и смотрит, какой бы ей йогурт купить так, чтобы не помереть с голоду, но и не остаться завтра голодной, потому что нужно растянуть денежки наперед. Вот так вот. А кому-то государство с распростертыми руками. Пожалуйста, приходите, мы вас ждем. Нафига их ждать? Вы говорите, нам нужны новые идеи, нам нужны рабочие руки, так своих несколько миллионов, если не смотреть на статистику, которая говорит 500 с лишним тысяч безработных, несколько миллионов безработных, в это количество мы включаем и тех, кто получает бюргергельд десятилетиями. Несколько миллионов безработных не хотят работать. Вот вам пример. В одном из городов Германии, не будем называть название этого города, кто-то обидится, скажет, о, там все такие, живет одна женщина, ей сейчас 52 года, со своим сыном, которому 24 года, в трехкомнатной квартире. Женщина и сын получают бюргергель, на двоих у них в месяц выходит 1100 евро, плюс она еще, эта женщина, ходит где-то моет полы, получает ежемесячно 160. Сюда добавляем уже 1260. Государство платит за них за квартиру. Женщина не хочет идти устраиваться на работу, потому что она, сейчас вы попадаете со стульев, с диванов, должна ухаживать за своими тремя кошками. Потому что если она уходит из дома в магазин за продуктами или за питанием для кошек, кошки начинают между собой драться, и это очень неприятное дело, когда она приходит домой и видит, что кошки поцарапаны. И вот эти социальные операторы до сих пор платят ей бюргергельд. Ее сын тоже получает бюргергельд. Кстати, эта женщина, внимание, 38 лет назад бросила обучение на Бизнес-вумен, скажем так, на бизнес-леди, на экономиста, бросила обучение. После первого года она бросила обучение и с тех пор вот уже 38 лет сидит на социале. За это время она обзавелась трехкомнатной квартирой, естественно, счет государство, обзавелась своим 24-летним сыном ну и тремя кошечками. Помните мультфильм «Маленький муж»? «К одним лишь кошкам я нежность питаю». От слова "мяу" я молею и таю. Ну примерно вот так. И социальные службы почему-то идут ей навстречу, вместо того, чтобы сказать: иди работай, будешь больше зарабатывать. Но ну, нет, но ну, нет. Вот такое вот отношение у нас в стране не только к местному населению, но и к другим людям. Поэтому э, обвинять кого-то в чем-то в каких-то глобальных проблемах как говорится, лучше сначала разобраться в своем дому, а потом уже лезть дальше. Как говорится, какие были новости? Да, не забудьте, обязательно повторяю, 5 числа видеовыпуск «Сюрприз» о том, как Анна Лена Бербок кое с кем отужинала в Министерстве иностранных дел. И это стало достоянием общественности. А вот теперь она не знает, как от этого отвертеться и как отговориться. Ищет всякие э, ухищрения для того, чтобы обелить свою грязную шкурку. Вот такие вот были на сегодня новости. Не болейте. Всем удачи. Пока.